Короче, все, Мишу приволтало. Временно мы закрываем вот тот вольер, который весь уже течет. Там капец, сыро, мокро. Мы отнесли сейчас тот диван, который нам привезли. Останется вот этот летний вольер с бассейном. Будет тоннель «Дружба, работа». Сейчас мы сделаем лестницу туда и лестницу туда. Да что это за собака? Не дает мне ничего рассказать. Не дает. Вот, здесь будут... Мы сейчас переселим Штирлица и остальных, короче, Санти. Мира с Майей уже здесь, ну, внутри в вольере они там кушают. Я их закрыла. Здесь будет, короче, вот эти вот 8 енотов. Здесь будет 5 енотов. И здесь будет... Блин, 12, но они и здесь будут. Вот этот вольер внутри такое же еще место, ну, я показывала. И сюда они могут бегать, сюда гулять. Вот тот вольер поменяется на этот. Но размер, в принципе, тот же. Придется этим немного потесниться. Но не так только ночью выходит. Тем более сейчас они не такие активные, как летом. Я думаю, никто особо разницы из них не почувствует и ущемлен не будет. Здесь тоже 8 енотов. Так что как-то не это. И все помещаются, и прекрасно есть и где и побегать, и погулять. Так что начинаем сейчас переселение, потом покажу все. Ну, возможно, не завтра все сюда перейдут. Мы сейчас откроем, и когда они все перейдут, тогда вот тот вольер мы закроем. Вот, начали уборку, вынесли у них палас, который насквозь вымок уже, это просто капец. Так что покажу, что получилось.